Коровушку куда поставим? Амелия, ставь, ставь. Да все, все, отпусти, отпусти. Вот стоит она. Кого дальше? Свиньюшу. Ну где свиньюша? Вот же Хрюша. Вот. Двухлетняя Амелия с удовольствием играет в любимые игрушки и не подозревает, что уже стала знаменитостью. Ей и еще 7 российским детям с онкологическими заболеваниями средства на лечение были перечислены из фонда помощи Жанны Фриске. Я, конечно, благодарна ей, что она помогла. Помогла нашим деткам, которые тоже требуются в большом лечении. Большая стоимость денег, которых мы бы очень-очень долго собираем. Огромное ей спасибо. У Амелии наследственный рак сетчатки глаза. Каждые 3 месяца ей необходимо проходить обследование. Ближайшее в апреле. Средства на это уже есть, но необходимо собрать еще сумму. Из фонда помощи Жанны Фриске у нас было перечислено на счет клиники «Мемориал Слон Кеттеринг» 40 тысяч долларов. А на лечение, на полеты, на проживание нам еще требуется 650 тысяч рублями. На призыв о помощи, по словам родителей Амелии, откликаются разные люди. Галимовы даже не знают, кого благодарить. В основном обычные простые люди. То есть по 100 рублей, по 500, по 1000. Кто как может. Даже дети, бывало, переводили, школьники по рублю, по 2 рубля, по 5 рублей. Вот. Знаете, с миру по нитке оно же собирается. Все желающие оказать помощь Амелии Галимовой могут позвонить по телефону, который вы видите на экране. Ирина Субеева, телеканал «Эфир».